Пока какой-то монстр болеет и живет в отдельной комнате, да, не сделала ей свою личную комнатку с игрушками. Да, она уже там разнесла божью коровку. А ты уже видела? Да, я тоже уже видела это видео. Оно на главном канале Magic Family. Аня там ей сделала комнату, и это было очень смешно. А ты что, не видела, Миш? Нет, я еще не посмотрела. Схожу, потом посмотрю. Короче, пока этот кот монстр живет отдельно, мы решили снять последнюю осеннюю распаковку. Да, кстати, Аня в том видео вернула лежанку покемона Юмичу. И дала ей другую. Потом вместе посмотрим это видео. А ты подпишись. Да, подписывайся на канал. А мы начинаем. А ты видела видео, Аня, где мы живем? Я видела видео на канале Не Мэджик про наш город. И если его можно так назвать. Ладно, подписчики, короче, пойдут и потом и посмотрят эти ролики. А сегодня покажем, что нам присылают. А, да, слышите, кота-монстр там играет. Когда уже мы с ней познакомимся? Когда она выздоровеет и не сможет нас ничем заразить. Она же не просто котенок. Да, ее же из канализации вытащили. Интересно, как она туда попала? Вдруг ее туда оно затащило? Оно! Ну, оно, вы поняли? Оно, 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 оно! Юми, мы поняли. Давайте начинать. Ладно, давайте. Я предлагаю сегодня показать. Выбрать из каждой посылки особенную вещь. Да, ведь нам присылают очень много рисунков и всяких мелочей. Но сегодня выберем из каждой посылки что-то уникальное. Но сначала распакуем странную квадратную посылку в тряпочке. От Слауда Екатерины, поселок Новоукраинский. Что же там такое? Да, интересная упаковка. Такого нам еще не присылали. Давай, не открывай коробку. А в коробке, смотрите. Куча фольги. Нет, Софиша, что-то в фольгу завернуто. Думаешь? Ну давай скорее откроем. Ань, тут все в фольге. Да, оригинальная упаковка подарков. В фольгу даже было завернуто письмо от Даши. Посмотрите, каждый подарочек, каждая мелочь упакована в фольгу. Ну ты даже даешь, спасибо. Давайте уже посмотрим, что там. Вот в этом белом конвертике «Я тебя люблю» и наши фотки. А Мишка прямо в коллекцию Миши. Да, Миша же коллекционирует Мишек. А это что такое, как думаете? Китайская палочка? Нет, ну вы что? Вы же Magic Family. Это волшебная палочка. Точно, Мишаня. Как у Гарри Поттера, что ли? Ну, типа того, да. Класс. Че, правда волшебная, что ли? И можно что-нибудь попросить? И наколдовать? Софиш, хочешь наколдую, чтобы тебе язык не торчал? Чего? Что? Язык чего? А еще в фольгу по отдельности были завернуты вот такие ракушки. Это для кого? Декор для муравьев? Эй, чешется. Точно, муравьишечкам. Вот такой вот земной шар был завернут в фольгу. Красивый. А можно им играть? Его надо съесть. Нет, Юмичу. Тебе лишь бы все съесть. Для покемона Лимона. Снова шапочка для Юми. Посылки так долго идут, она ей будет уже маловато. Вот такие разные красивые мелочи для меня. И игрухи, пушишка, канатик и какая-то странная штука. Можно ее съесть? Юми, в этом мире не все съедобно. Давайте отдадим эти две игрушки кота-монстрику. Только не пушишку. Ладно, Юмичу. Пушишку я не отдам. Аня, что это такое? В этом шарике семечки. Наверное, это для Рики и Лаки. Для хомячков. Точно, Мишань. Аня, я тебе положила еду для кошек, думаю, и для собак подойдет. Ну, собачкам кошачью еду нельзя. А пахнет вкусно. Может, кота-монстра отдадим? И еще в посылке много всяких штучек и даже тканевый зайчик. Спасибо большое. Посылка от Бабулевой Миланы. Хило, большой луй. Софи, ты будешь скоро шепелявить, как Юми, если у тебя будет так язык торчать. Да, это точно. Открываем. Смешная сарделька. И можно есть. Юмичу, нет, это игрушечная сарделька. Аня, дай ее мне. Ну, мне, мне. Хорошо, Софиш, держи свою сардельку. Спасибо. Я пошла. Тут лакомство. А еще Милана сделала вот такой красивый оберег для всей нашей семьи. Его точно не надо есть. Конечно, не надо, Юмичу, он нас будет оберегать. Повесь его рядом с рабочим столом, где монтируешь. Точно, пусть он оберегает наши каналы. Посылка из города Ижевска. От Большаковой написано. Это коробка из-под обуви, а в ней много всего. Вот такой вот оранжевый браслет с шипами для меня. Мячик с канатиком. Юми, может быть, отдадим его собакам побольше или в приют передадим? Он же для тебя слишком большой. Ну и что? Это будет мой. Юми, я как папа тебе говорю, не жадничай. Ладно. Посылка от Монаховой Кати. Поселок Воскресенское. Что же из этой посылки вы выбрали самого интересного? Конечно же, юбка! Покемона юбка! Посылка так долго идет, что всю одежду, которую мне присылают... Да, всю одежду, которую присылают... Она становится тебе уже мала. Че, мала, по-моему, да? Она, если честно, даже не застегнулась, Юми. Может, на шею одеть? Типа шарфик, что ли? Печалька. Не расстраивайся. Печалька. Что же мы выбрали из посылки из города Волгограда от Селезневой Варвары? Там было много всего, как всегда, куча рисунков классных. И вообще, но самое главное, это очень красивая открытка с птичками. И значочек с птичкой. И самодельная кнопка YouTube. Пластилиновая. А это посылка от Коренчука Лены из города Риотов. Очень много разных лакомств. И для корги, и для йорков, и для нас, и для котиков. Круто. Да, будет чем вечерком полакомиться. Вечерком? Я думал, мы сейчас все съедим. А еще эта посылка необычна тем, что в ней были портреты Ани в самых разных стилях. Время приключений. Симпсоны. Аватар. Аниме и Гравити Фолз. Стар. И Пикачу Герлс. Просто Пикачу. А еще Сейлор Мун. Даже в стиле труп невесты. И куклы Тилли. И Южный парк. И Супер Герлс Баттерфляй. И даже
Саня, My Little Pony. Да, это были самые необычные портреты в нашей жизни. Итак, что же самое интересное? Мы выберем не из посылки Пуршиной Татьяны из города Новороссийска. Посылку отправила ее мама. А вообще девочку зовут Саша. Ей 11 лет. И у мамы аллергия на собак, поэтому у нее питомец крыс по имени Бират. Кажется, это очень вкусная посылка. Ух ты, Таблерон! Это же очень классный шоколад! Да, я люблю молочный шоколад. Особенно такой качественный. А нас тоже не обделили вкусняшками. Да, скорее бы их съесть. Ну и, конечно же, разные другие подарочки. Для нас всех. Посылка от Киселевой Оксаны из села Выльгород. Это Коми Республика. Самое интересное в этой посылке – конфета. Я ее съем. Юмичу, она не настоящая. Ей надо играть. Все равно она моя. Ну так что, вы определитесь, чья конфета-то будет. Да ладно, пусть Юми забирает. Все, конфеточка, полосаточка моя, красоточка. Ты жадная. А мы зато поделим лакомство. Где лакомство? Я буду тоже есть лакомство. А конфеточку-то я себе тогда заберу. Тетя Софи. Че, я ничего, где лакомство, че? Урмакова Ульяна, город Сочи. Я хочу в Сочи. Я хочу поехать отдыхать. Кажется, это наш ослик Моисей. Да, дай его мне. Я передам осла ослу. Какая игрушка собачки? Носик прям как у тебя, Софи. Ну, не совсем прям как у меня, но да, похож. Какой хорошенький, какой классный нос. Давай я передам. Кому, Юми? Я передам кому-нибудь. Юми, как истинный покемон, тащит все в свой штабик. Кинолента, лента кино. Это лента украшения, а не кинолента, Юмичу. Неважно, ее надо унести тоже в штабик. Короче, Ульяне привет. Посылка от Москаленко А.Г. из Республики Крым, город Симферополь. Вот какая милая обезьянка. Так, я не собираю обезьян. Я тоже вроде не собираю. Значит, она моя. Блин, Юмичу, ну ты все забираешь себе. Я ребенок, мне нужны игрушки. А у вас и так полно всего. А еще тут есть игрушка Чиву. Смотрите, какой классный. Ух ты, правда, какой классный Чиву. Положи его на полку. Нет, отдай его мне. Я передам. Юми, кому ты передашь? Так, Юми, все, хватит. Ну ладно. Чиву мне! Юмичу и Чиву! Дай ты ей! Кстати, на самом деле, это посылка от Лауры. Ей 11 лет, она из Киева. А в Симферополе она была у бабушки и оттуда отправила посылку. Она сделала очень качественные логотипы наших каналов. Magic Pets, Magic Family и Any Magic. И еще кучу подарков положила. Но самая прикольная – это ложка. Да, ложка с моим именем Анна. Буду пить чай. Ух ты, правда, очень прикольно. У тебя теперь есть именная ложка. Класс! Вот такие мы выбрали сегодня подарочки из посылок. Да, самые интересные штучки. Самые уникальные вещички. А вы подписывайтесь на наши каналы. И смотрите ролики. На главный канал иди, там кота монстр. Надеюсь, она скоро выйдет из своей комнаты. И мы познакомимся. И она будет нормальная. И не сожрет нас. Да, пока, короче. Софи, у тебя опять торчит язык. Я знаю. Пока. Пока, покемоны. Оставь лайк, если ты не редиска. И скорее жми подписку. А еще там есть колокольчик. Если ты его нажмешь, снова в первом увидеть наш ролик. Первым под ним оставить свой коммент. Значит, возможно, он наше видео вдруг попадет. Юми, остановись! Ой, ну хватит!